Пришла засуха, в край отменили режим ЧС по посевной. В семье больше счастливых минут или проблем. 5 лет исполнилось девочкам, которые родились сиамскими близнецами. В этом году юбилейный, как в регионе готовятся к Шукшинскому кинофестивалю и празднику в Сростках. Наши новости начинают свою работу в эфире в студии Елена Кузовкина. Здравствуйте. Режим ЧС, который был объявлен в начале июня из-за срыва посевной кампании, отменен. Временно исполняющий обязанности губернатора региона Виктор Томенко накануне подписал соответствующее постановление. Аграриям за это время удалось максимально устранить последствия переувлажнения почвы. Изменили структуру посевных площадей и сортовой состав сельхозкультур. Специалисты все силы кинули на борьбу с сырняками, болезнями и вредителями, которые появляются из-за чрезмерной влаги. Режим ЧС снят, но на территорию края пришла засуха и жара. Это тоже может негативно отразиться на посевной, а впереди уборочная кампания, сроки которой из-за погоды существенно сдвинутся. В Барнауле на Змеиногорском тракте сегодня сбили пешехода. Проезжую часть он переходил по зебре. Светофора на этом участке нет. Очевидцы сообщают, что пострадавший в тяжелом состоянии, но жив, его увезли в больницу. Добавим, что движение транспорта на этой дороге очень оживленное. Скоростной режим дополнительными знаками не ограничен. Сотрудники автоинспекции просят водителей быть более внимательными на дорогах края, так как количество сбитых людей на пешеходных переходах увеличилось. Алтайское здравоохранение недофинансируется на 40%, утверждает Политсибру. К такому выводу корреспонденты информагентства приходят, выслушав мнение экспертов по социальной политике региона. Подробнее об этом не только в традиционном обзоре новостей от Сибирской медиагруппы. В Сибирской медиагруппе прошел круглый стол, посвященный социальной политике региона. На нем, в числе прочих вопросов, обсуждали проблемы здравоохранения края. Эксперты сошлись во мнении, что из-за острого дефицита кадров для многих по-прежнему остается недоступной первичная медицинская помощь. К тому же, считают специалисты, система здравоохранения края на 40% недофинансируется. Почему возникает бюджетный разрыв и как его возможно преодолеть, читайте в Политсибру. Дальнобойщик из Барнаула 1,5 месяца живет в машине под Тюменью, сообщает московский комсомолец на Алтае. У Александра Ложкина 20 мая на трассе сломалась фура, а починить ее не хватило денег. Все средства ушли на починку полетевшей электроники и отправление за свой счет груза, поскольку товар не мог стоять столько времени. Чтобы уехать в Барнаул, земляку нужно еще 20 тысяч на запчасти. Ему помогают коллеги. Они заметили стоящую машину и бросили клич в соцсетях. Всем миром собирают деньги, помогают продуктами. Бросить грузовик Александр не может, опасается, что его разворуют мародеры. В Барнауле земляка ждут жена и сын. Многодетные семьи края получат деньги для подготовки детей к школе, информирует бийский рабочий. Они могут рассчитывать на единовременную выплату в 7,5 тысяч рублей на первоклассника и в 5 тысяч на детей, учащихся в других классах. Для получения выплат необходимо обратиться в Управление по социальной защите населения либо в многофункциональный центр. Также документы можно направить по почте или через портал госуслуг. Елена Макаренко, «Наши новости». Сказка так и не наступила. 5 лет назад на Алтае впервые провели операцию по разделению сиамских близнецов. Она прошла успешно, младенца выписали с диагнозом ДЦП. Правда, одна из девочек, Виолетта, возможно, никогда не пойдет и не заговорит. Че, дочь, нямать, кушать? Она, ух. И спать также, если хоть заплакала. Че, дочь, заплакала, спать хочешь? Ух, сразу и все. То в коляске, то на руках. Вот и все. Попьет, поест и лежит дальше. Ее сестренка Эвелина уже произносит слова, но даже подолгу сидеть, вытянув ноги, не говоря уже о том, чтобы ходить, девочка не может, перемещается ползком. Какие осложнения ждут близняшек в будущем, родители предпочитают не загадывать, лишь признают, что растить их трудно. Виолетту приходится постоянно носить на руках, за непоседой Эвелиной пристально следить. Коляски, с которыми девочек можно было бы выгуливать, по словам мамы Елены, совершенно не подходят для детей-инвалидов. Недостаточно фиксаторов тела, по бокам торчат острые шляпки шурупов. К тому же они быстро ломаются. В том числе и поэтому родители не могут регулярно возить близняшек на реабилитацию в край. Чего больше счастливых минут или проблем у семьи, в которой 5 лет назад родились сиамские близнецы, расскажем в вечернем выпуске.
20 тысяч алтайских бизнесменов установили на своих предприятиях онлайн-кассы. Это почти в два раза больше, чем два года назад, когда в России только стартовала реформа по переходу на новую систему. Такую цифру накануне озвучили специалисты региональной налоговой службы. На данный момент в крае зарегистрировано почти 36 тысяч единиц техники нового образца. Вся информация о покупках, которые совершают в крупных и мелких торговых точках, передается через интернет прямо в налоговую службу. Выручка только по одной онлайн-кассе в полтора раза больше, чем была до реформы. Таким образом, интересы покупателей надежно защищены, а предприниматели не могут уйти от налогов. Получив на кассе чек и просканировав его в бесплатном приложении, потребитель может увидеть, какие покупки совершил. Просканировав этот штрих-код, это приложение разработано Федеральной налоговой службой, оно бесплатно. То есть, отсканировав этот штрих-код, можно увидеть всю информацию на чеке на этом. Можно сохранить этот чек себе в личный кабинет, он будет храниться на сервере. И потом в любой момент к нему вернуться. А зачем он может пригодиться? Ну, например, вы захотите сдать какой-то предмет. Задача налоговой службы до 1 июля следующего года перевести всех алтайских предпринимателей в сфере розничной торговли и общественного питания на онлайн-кассы. Причем тем бизнесменам, которые проигнорируют требования, грозит штраф организациям от 30 тысяч рублей, индивидуальным предпринимателям от 10 тысяч рублей. За повторное нарушение объект могут закрыть на полтора месяца. Певица Пелагея споет на пикете, а народный артист России Виктор Мерешко будет президентом кинофестиваля. В Алтайском крае идет подготовка ко всероссийским шукшинским дням. В этом году они стартуют 23 июля, а в программе мероприятия около 60 творческих встреч, презентаций и тематических концертов. Этим летом наш край вновь посетят почетные гости, в числе прочих известный актер Федор Добронравов. Он представит художественный фильм «Жили-были». К слову, кинофестиваль нынче юбилейный, 20-й по счету. Полный метр мы будем показывать в этом году в одном месте, на площадке кинотеатра «Пионер». И в течение двух дней в Барнауле, а потом по другим точкам Алтайского края, будут идти фильмы конкурсного показа. В этом году конкурсный показ фильмов будет организован не только в кинотеатрах Барнаула, Бийска и Белокурихи. К фестивалю присоединились и 5 районов края, в которых есть 3D-кинозалы. Билеты будут распространять за неделю до показов, их количество ограничено. Завершатся шукшинские дни 28 июля на горе Пикет в Сростках. Кстати, там сейчас находится наша съемочная группа, наблюдает за тем, как в селе готовится к празднику. В ближайших выпусках расскажем подробно. И в завершении выпуска о погоде спонсор прогноза погоды – компания «Эвалар». Когда беспокоит сердце, повышено давление, холестерин и сахар в крови, принимайте лекарство «Кардиоактив Таурин». «Кардиоактив Таурин» от компании «Эвалар». На большей части территории края ясный, по-прежнему очень жарко. В Бийске, Алейске, Заринские камни на Оби 28 со знаком плюс, 25 в Белокурихе, в Барнауле ясный, солнечный, ветер северо-восточный, слабый, до 27 выше 0. Напоминаю, телефон редакции в Барнауле 722-440. Полная картина дня в нашем вечернем выпуске. До встречи!